Так, давайте бадди мы прокачаем. 17 стоит. Ну давай мотор прокачаем. На остаток защиту. Защиту прокачаем. Поехали. Так, здесь у нас 2 минуты 40 секунд. Так, прокачали мы немножко движок. Так, теперь может быть немножко лучше будем ездить. Так, сальтушечку делать. О, давай еще немножко. Вот, смотри, здесь все монетки собрали. Так, себе себе. О, тут много монет. Аккуратненько пикируем вниз. Так, делаем сальто. Да, зря, конечно, я сюда прям спустился. Давайте поедем дальше. О, хорошо сальто делаем. Да. Так, ускоряемся немножко. Давай. Так, монетки возьмем. Спасибо. О, бензин. Что-то я не подумал про бензин. Бензин кончился. Привет. Вот у нас бензинчик был. И что-то мы куда-то улетели. Чё попало куда-то далеко? Не туда. Вообще мало нам дадут за эту награду. Мне кажется, что там... Хотя, сейчас карту немножко изучим. Может, получится у нас далеко проехать. Так, бензин не успеваем брать. Монетки что-то не... Ну, это все, наверное, из-за магнита. Магнит сейчас ставим. Поэтому не так сильно магнитит эти монетки. Опа, что я тут залез? Давай назад. Схватим этот бензинчик. Оп, тихо. Так, нет. Вот мне сюда не. Вот мне сюда не надо. Хотя. Может быть. Опа. Так, собака, смотри, что ты тут делай. Мешает мне. Это палочка постоянно. Он еще умудряется как-то еще ровненько встать. Вот, финиш. Готово. За финиш нам дает побольше монет. Вперед. 4 секунды, 2 монетки как тебе. Чуть-чуть, 44 монетки. Так, ну что, давайте подытожим, посмотрим, что мы получаем за эту гонку. 164. Всего лишь звезды. Мало. Так, я выбираю танк. И давайте мы еще выберем цвет. Давай, голубенький. Синенький цвет. И, может быть, что-нибудь прокачаем. А что у нас по деталям? О, господи, боже мой, магнит можно прокачать бесплатно. Ладно, попозже прокачаем его. Поедем. Поехали, посмотрим, сколько мы сможем проехать. Ну, танк вообще такой вот транспорт, что прокачивать его необходимо. Нужно прокачать танк. Да. Наверное, девчули подойдет все-таки на красного цвета танк. Ну ладно. Так, 500 метров у нас показывает, что я могу проехать. Но, возможно, проедем больше. Но не факт. Ну, я не помню в последнее время, когда я этот танк прокачивал. Вообще-то. Вообще не помню, когда я его последний раз прокачивал. По-хорошему надо прокачать движок. Так, да. У меня тут решетка защитная стоит. А на том танке стояла у меня когда-то. Попрыгунья такая штучка, которая подпрыгиваешь, и он быстрее начинает ехать. Ну, прикольно, конечно. Ну, давай, едем. О, это у меня запищало. Это быстро запищало. Так, это 80 метров. Ой. Это вот в этом месте мы, наверное, не можем... А, нет. В это... А почему он тут заехал, а я не могу? Ёлки-палки. Почему такая несправедливость? А, ну все. Так, я заехал. Теперь мне нужно топливо.
Все, топливо получено. Но продолжаем ехать. Ой-ой-ой, главное не разбиться. Да что ты будешь делать? Угу. Да, прикольный танк. Надо бы мне прокачать. Скорее всего, движочек прокачаю. О, топливо. Быстрее. Ого, флип сделали. И все, кончилось топливо. Так, ладно, давай мотор повысим. Так, и топливный бак можно повышать. Ух тышка. Поехали. А, надо было розовый цвет выбрать, ну ладно. Ничего страшного. Так, прокачали топливный бак, прокачали двигатель. Теперь должны увереннее ехать. И, в принципе, видишь, почему я не первый? Это вот много, от многого зависит. Даже вот два танка одинаковых. И мы... Один быстрее едет, чем другой. Не все так просто. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Интересно, бензина теперь мне хватит доехать. Опа, нифига себе, чуть не перевернулись. Так. Опа, а чё он меня так переворачивает? Нифига себе, новости. Новости хорошие. Танк у меня переворачивается. Так, 500 метров еще ехать, нифига себе. Много-много ехать, конечно. Ну, смотри. Поднимаюсь я уже легче на эти все выступы, вроде бы как. Да нифига! Перевернись, нафиг, разбейся. О, господи, боже мой, что ж такое-то? Едем дальше. Пробуем. Пробуем победить, проехать немножечко дальше, чем мы обычно ехали. Так, баги, смотри, мы быстрее баги едем, да, немножко? Ну как быстрее? На несколько секунд. Все, баги улетел. Но обещал вернуться. Так, видим. Во! Сейчас доедем. Мне главное вот эти вот выступы все объезжать. Нормально такие. Ой, хорошо, видим. Так, еще немножко. Хорошо, ой-ой-ой-ой, главное не перевернуться. Ну вот, приехали мы к тому, к чему приехали изначально. 400 метров остается. Так, опа, давай. А, здесь я-то и разбился в прошлый раз. Давай, хорошо, разгонимся. Ну все. Бензина еще много. Поэтому... Побить рекорд я должен. Опа! Ну, а почему я не заехал? Какое-то волшебство, ребята. Вообще волшебство. Да чтоб я на танк еще деньги тратил. Да никогда в жизни я на него даже рубля не потрачу. Ужасный танк.